Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами я, Вован. Я не знаю, что за фигня сейчас на экране, но прямо сейчас перед вами мод-обзор. Сегодня у нас обзор на модификации по названию Бигуини для второго и первого дума. Погнали, у нас есть Alpha Test Maps. Короче, два парня наверняка решили создать собственный мод для дума и прикрепили к некоторым врагам свои морды. Ну, в результате у нас есть вот это. Правда классно? Очень. Ну, серьезно, это выглядит просто шикарно. А, блин, не, мне нужно по-другому. Вот так, давайте, вот на левую, что будет. О, оно всех давит, вот это жестко. Класс. Одних уже придавило, других тоже. Да, только что еще одних. Пока что еще никого. Манкубусов. Так, уже этих ублюдков нет, которые я ненавижу. Еще несколько врагов. Так. Тоже более выживаемый. Рак на трон или кибердемон. Ну, посмотрим. Ну, давай. Причем это без никаких подвохов, реально. То есть, кто просто сильнее. Ну, долго довольно, но все равно. Все, аркатронов уже нету. И через 2, 3, 4, 5. 5 ударов нету у нас и кибердемонов. Вот так вот. Погнали. Дальше. Так, Monster Crusher. Weapons Training. А, это уже тренировка на оружие. И здесь хотим показать то, что у нас есть здесь реально новое оружие. А именно это у нас... Это спам-ган. Пушка, которая стреляет спам. Если кто не знает, спам это было что-то типа консервы или... Нет, тушенки, кажется. Так. Hardy's Big Deletion Gun. Шикарно. Так. Прошли тренировку, нам этого не надо. И Generic Map. Самая последняя карта, которую мы сможем здесь пройти. Джон Ромеро. Короче, здесь нам придется взять и просто прикончить наших врагов. Джон Ромеро, как ты смеешь? Создаешь мне врагов только. Ай-яй-яй, Джон Ромеро. Я думал, ты нормальный чувак. А ты просто Джон Ромеро. И создал Дайкатану. Блин, реально, так просто офигенно, когда у них такие морды. Блин, я хочу, чтобы все это побыстрее закончилось, и я пошел этот уровень. Серьезно. Давай. На тебе. What the fuck? Это шикарно, блин. Вот соулы. Ребята, это просто шикарно. Да прикиньте себе какой-нибудь другой мод впихнуть этот. Вот это было бы круто. Ну я еще подохну, так что АДДКД, пожалуй. КД и АДДКД. Вырви, чтобы 100 хп сделать. Ничего себе, это чего это? Пострадал. О, у меня есть еще вот это. Шикарно. А здесь, о, да. Это не из-за АДКД. АДКД дает только у нас бесконечное ХП. И то я его вырубил. Да. Давайте нужно какой-то определенное количество врагов для того, чтобы все было, ну, как это сказать, чтобы открылся проход. Мы могли уничтожить Джона Ромеро. Только, блин, как его открыть? И на каком монстре он вообще-то откроется? Серьезно, просто серьезно. Скотина, эти тварь ненавижу. Дубные арквилии. Ублюдки. Джон Ромеро. Ну хотя бы здесь он это говорит.
трех хватит ударов, прикинь себе. Трех выстрелов, точнее, ударов будет. На тебя. На тебя. На тебя. На тебя. Получи. 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 Нужно делать теперь намного, намного, намного быстрее, чем в прошлый раз. Зато в прошлой видео какая проблема была. Монстров было слишком, слишком много. На тебе, тебе, тебе. Слишком высоко. Тварь, телефрагд. Именно из-за того, видите, что я попал на то место, где, короче, телепортировался враг. Глаза печет. Немного. Ух ты, на тебе. Ну тебе шикарно. Ух ты, блин, Ревенанта сразу дает. Молодцы, блин, молодцы. Хорошие создатели. Но не в этом мире. Ну что за мод сказать? Мод просто комедийный. Но дело в том, что они добавили новое оружие. Как это сказать? Все равно новая модель, это что-то. Блин, телефраг. Это фигня, блин, добрая. А это до куда? Будем убивать до тех пор, просто пока что-то не получится. Сколько нам все-таки понадобится убить-то? Мне просто реально интересно. Я просто буду здесь стоять и все, и убивать врагов. Это все. Ну, блин, главное, чтобы телефрага не было. Это скотина может такое сделать. Кстати, есть новые звуки. Звуки обычно есть в оружии, то есть писай, к примеру. Хотя слышно, не слышно. Блин, из-за музыки просто не слышно, именно из-за музыки. На тебе, на тебе. Хорошо, что когда у тебя есть этот ДКД, у тебя не может быть телефрага. Это очень даже хорошо. А то было бы куча проблем. А пока что еще 18. Только 18, блин, шо? Вот такая карточка. Шучу. Блин, серьезно, это фигово. Всего что 50. Ладно, убираем побольше тогда просто. На. По сути, это просто все, что мы только можем видеть в этом моде. Больше ничего показывать не буду, только мы пройдем до этого уровня до конца и все. Больше ничего после такого-то нету, по сути. Спамган. Шикарно. На, давай. Завалю всех вас спам. На. Да, убиваю врагов тушенкой. Первую жизнь такое вижу. На, получите вы все. Давай. И ты, скотина, тоже от меня получишь, мудила. Ненавижу Арквилей. Блин, что за фигня? Это вообще, блин, возможно или как? Не зря это возможно? Да спроти этот уровень в целом-то. Мне кажется, что это невозможно просто. Ромеро, нужно что-то делать. Ладно, адик ФА. И погнали еще раз. Давай. 84, давай. Хотя бы сотку. Я надеюсь, что вот на сотне все-таки эта штука откроется. Если нет, я не знаю, что я, блин, сделаю. Generic map. Давай. Девяносто семь, давай. Осталось немного. 103. Эта тварь все еще не открывается. Ладно, идем тогда дальше.
все дальше, дальше и дальше. Главное не сдаваться в таких ситуациях. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Получи. Да блин, откроется или нет? 130 уже. Ну-ну-ну, давай. Я готов уже. А это так, короче, просто возьмем и подождем это все. Далее возьмем просто и подождем. Просто будешь ждать на месте и все. Она подходит и вот сразу. Опа. Опа. Вот так вот. 44 тоже. Давай комнату заполним с врагами. И за это время колы выпью. Так, еще не закончили, молодцы. Уже нападает на друг друга, молодцы. Реально, молодцы. Я знал, что не будет делать что-то подобное. Давай это уже. Давай, давай. Кровь стекает. Ребята, у крови есть своя физика, это круто. Вау. Прикиньте, это нормальный дум, я ничего больше не врубал. Обычно нормальный дум. Это классно. Да. Стекающая кровь, вот это реально круто. Здесь мод только меня это удивило, что кровь может сползать вниз. Блин, да подохнули уже все, ну блин, задолбали. Мне не смерть их нужно, мне нужно им просто, чтобы вот эта штука открылась, и все. Блин, дадите нафиг, дайте пройти туда. Давай, получи. Ох ты, блин. Короче, идите вы все нафиг. Флай. Флай. Ах ты, блин, куда? What the fuck? Что это вообще за фигня была? На тебе. Получилось наконец-то. Так, все. Теперь фиг тебе, Джон Ромеро. Сейчас тебя задавит. Давай. И получил. Фу. Все. Мы прошли. После этого идет та же самая карта. Ну а с вами был Вован, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока. Обычный шуточный мод, ну вроде бы как нормально получилось. Всем пока.